20 ноября 2022 года состоятся выборы президента Республики Казахстан. Включение в списки избирателей. В списки избирателей включаются граждане республики, обладающие активным избирательным правом и зарегистрированные по месту жительства на территории соответствующих избирательных участков. Каждый гражданин, независимо от места жительства, вправе зарегистрироваться в качестве избирателя в соответствующем местном исполнительном органе. С момента назначения выборов и не позднее, чем за месяц до дня голосования, до 20 октября 2022 года, избиратель вправе подать заявление в соответствующий акимат для включения в список участка по месту своего пребывания. Граждане, не имеющие постоянной регистрации, включаются в списки на основании поданного письменного заявления в акиматы по месту их нахождения. Гражданин может быть включен только в один список избирателей. В связи с этим акимат при поступлении письменного обращения организует исключение гражданина из списка избирателей по месту регистрации и включение его в список того участка, на котором он будет голосовать. Проверить включение в список избирателей или узнать, куда следует обратиться для включения в список, можно через сайт или колл-центр соответствующего акимата. С 4 ноября 2022 года гражданам будет предоставлена возможность проверить данные о себе в списке избирателей на конкретном участке. Для удобства избирателей посредством электронных сервисов будет организовано оповещение о месте голосования. Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан.